Асфальт с доставкой на дом. Почему после ремонта дорог в Днепре асфальтовое покрытие вдруг оказалось во дворах частных домов? Кто виноват и как оправдываются чиновники, разбирались наши корреспонденты. Двор Виктории завален кусками асфальтного покрытия. Их смыло с дороги во время апрельских дождей. Из-за непогоды на участке рекой текла вода. Ее уровень поднялся до 1,5 метров. Оно с горы течет, получается, и все ко мне во двор текла, вся вода. Все, оно же как бы мягкое, и оно все размыло, и все вот это вот, вот все пошло сюда. Видите, вот это вот, вся вот эта щебень, что они насыпали, все у меня во дворе. Дом женщины расположен по улице Дмитрия Писарева. 13 апреля здесь отремонтировали дорогу. Люди считают, что лучше бы этого не делали, поскольку стало только хуже. Дождевая вода размыла асфальт, образовался настоящий ров. Елена рассказывает, это единственная улица, по которой можно сократить путь к маршруткам в областную детскую больницу. Но ходить стало опасно. Опасно, видите, какие ямы повымывала, поэтому как бы ужасная дорога. Насыпали вот этого мусора, то есть он не спас, вот прошел снег, дождь. И то же самое, и как бы, и не знаю, кто его просто делает. Возмущенные водители утверждают, дорога до ремонта была лучше, чем после него. Хотя дорожное полотно здесь раньше никогда не чинили. Ну посмотрите, что они сделали. Они просто это, ну, вы засыпали землей, можно сказать, и все. И это все первым дождем смыло. Это просто деньги, они их украли. Кто делал такой качественный ремонт, пытаемся выяснить в горсовете. Но там от работ на автодороге попросту открестились. Мол, межквартальными дорогами занимаются городские избранники. Пусть к ним за ремонтом и обращаются. А то, что сейчас творится на улице, не их дело. До ремонта их временно засыпали срезом. То есть асфальт, который срезался недалеко, там, в том же Жартневом районе, он срезался, его просто туда высыпали для того, чтобы на время сделать эти ямы. Но вот на какое время в горсовете не уточнили, как не сообщили и кто был инициатором апрельских работ. Но одно мы все же выяснили. Чинить эту дорогу в ближайшее время не будут. Городские депутаты не планируют в этом году тратить деньги на эту улицу. Ольга Иванченко, Елена Миндалюк, Евгений Гоненцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.